Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Три борда на границе Эббинга, Миссури. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменький сынок с склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. Любовь по рецепту и без. Даг Варни – скромный фармацевт и подкаблучник. Всю жизнь окружающие пользовались его мягким характером и не принимали всерьез. Но однажды произошла встреча, которая изменила все. Ее зовут Элизабет, она яркая, сексуальная, а ее девиз – жить нужно в кайф. «Семь психопатов» 2012 года. Непутевый писатель потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов. Луна 1112. Контракт Сэма подходит к концу. Он провел 3 года на Луне, следя за автоматизированной станцией по добыче редкого газа. 3 долгих года в полном одиночестве, если не считать горящего робота Герти, могут изменить любого. За 2 недели до возвращения на Землю Сэм встречает своего сменщика. Автостопом по галактике. В один прекрасный день над Землей нависли огромные звездолеты инопланетян, и людям объявили, что их родная планета подлежит сносу, а на ее месте будет проложено шикарное межзвездное шоссе. Да, не повезло человечеству. Кроме самого заурядного парня по имени Артур Дент, старый друг и собутыльник которого, Форд Префект, оказался инопланетянином. Великолепная афера. Опытный мошенник Рой и его амбициозный протеже Фрэнк занимаются мелким надувательством в сфере торговли. Их фокусы приносят от нескольких сот до нескольких тысяч баксов, что в конечном счете делает их партнерство прибыльным. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!